Так, ребята, всем привет. Продолжаем выживать и строиться. Так, давайте поедим. Ну-ка, дай мне поесть. Слышь. В общем, наметил я себе тут новую постройку. Ага. Вот так вот. Здесь будет и склад, и заодно оборонительные вышки. Поэтому как-то так. Давайте приступим. Куда там? А, я понял. А где мне это? Алло. Дотянуться. Дайте мне дотянуться до... Не могу. Я уж думал, все, блин. Попал, блин. Так, хорошо. Строительство началось. Блин, по-хорошему бы мне... Давайте освободим тогда этот... О, местные пришли. Надо освободить тележку, сани точнее. Так, еще чуть-чуть. Ага. Так. Сколько тут? Два. Давайте доделаем. Осталось два камушка. Так, забираем сани и привезем сразу. Там уже заготовлено. Так, отлично. Забор в дальнейшем тоже придется переделывать. Более серьезный, наверное, делать придется. Так, нет. Хорош. И выше его делать придется. И выше. В общем, придется переделывать. Ну-ка, где? Во. Подожди-ка. Только что было вот здесь. Так, сколько там остается-то? Ну-ка. По-моему, 15 остается еще. Все здесь. Больше нету. Понял. Так. Не, давайте ближе подъедем. Еще ближе. Что ты там ревешь? Попался, что ли?
дай положить. Так, а с этой стороны могу я? Во. Только что было. Подожди, я же видел, что было. Во. Так, три. Так, последнее. Блин, надо было все-таки сани запихать, все равно лестницу делать. Нет, не даст залезть, да? Залез. Так, ладно, давайте наметим лестницу. Лестница будет, ну, где-нибудь, я думаю, в центре, может быть. Или давайте, знаете, что сейчас доделаем камнями. С камней наберем. Так. Да успокойтесь, мужики. Хорош, блин. Хорош. Хорош хулиганить. Так. Так, ладно, давайте отвезем. В принципе, еще сейчас соберем. Вот прямо последний заход. Что-то они угомонились там. Все, да? Сколько осталось? Так, два. Два камушка. Так. И так, давайте, чтоб при нас тоже был на всякий случай. Все, вот так вот. Хорош, мужики, вы что творите? Так, ладно. Нужно будет еще... Ну-ка, убираем отсюда. Так, чё по кроликам у нас? Подвой, да? Здорово, мужики! Так, один, да, один.
Да я. Вот так вот. Хорошо. Сколько у вас тут? Держи. Не очень попал удачно. Чего крадешься? О, еще один сзади. Ничего себе. О, еще и большой пришел. Ого. Ребята, сколько у вас тут? Дай заряжу. Погоди. И еще, да, сколько? Четверо или пятеро их точно. Пришло так. Раз, два, три, четыре, пятый висит. Ну-ка, ушел отсюда в сторону. Два больших, два маленьких. Вообще ко мне приходило тут аж 15 человек. Представляете, какая масса. Аж 15. Блин, уже темнеет. Давайте, знаете что, оставим их в покое, наверное, сплаваем на остров. Давно я там не был. Посмотрим, что да как там. Уже вечереет уже все. Так. Убери. Так, что тут по еде? Давай подсветим что-то. Один кусок мяса и все. А если мне тут отсиживаться придется? Нет, это мало. Давайте сбегаем, точнее сплаваем. Черепаху добудем. Черепашьего мяса. Супа сварим, короче. Сегодня будем ночевать на острове. О, местный. Тоже за черепахами пришел. И я сюда как раз. Да не визжи. Это баба или мужик? Непонятно, кто это был. О, и черепаха тут как тут. Вот вторая. Сейчас двух добудем. Чтоб две было. Держи. Блин, погоди, не так. Во, отлично. Серьезно? Обычно с первого раза. Тут что-то как-то... Панцирь, я понял. Черепашья башка не нужна. Давайте вторую добудем. Не попал. Да, ты серьезно? О, отлично. Черепах тут много. Все, отлично. Мяса хватит теперь нам. Скорлупки только остались там лежать. Сейчас супец забубоним. Не, ну сейчас-то не будем. Утром, наверное, сейчас мы уже сытые. Сейчас нет смысла. Так. Сейчас мясо развесим. Отлично. Кстати, а тут рыба, ну сейчас не видно нифига. Бывает у... По берегу плавает рыба. Но здесь сейчас я не увижу, есть тут нет. С копьем-то так вот раз, нырнуть, да? Вот здесь не знаю, вот у яхты я знаю, есть акула. Периодически, ну бывает, я ее там видел. Несколько раз я ее видел. Здесь вот вроде как бы... Вряд ли она будет, наверное. Здесь мелко, наверное, все-таки. Фух.
Так, что по воде там? 75%. Давайте наполним. Так, прекрасно. Убирай. Давайте костер разожгем. Посветлее будет. О, кстати говоря, у меня тут лавочка недоделанная, да? Но рубить сейчас два бревна плыть. Честно говоря, уже темно, блин, сейчас. Кстати, перья. Перья. Тут же перья есть. О, аж 10 штук. Вот еще одно. Давайте заберем его. Оп. Ворона, да? Типа легалки. А это вот... Кто из вас тут перья откладывает? Или вы обе тут? Так, ну что, ребята, ждем утра. Оп. Так, ну что, утро. Давайте сейчас приготовим поесть. Берем кастрюлю. Так, наполняем. Прямо горяченького. Вот. Грибы есть, да? Не, ну мы грибы не будем. Мы вот, вот это возьмем и положим туда. Пускай оно и так уже готовое, но тем не менее. С бульончиком, что называется. А, я здесь даже и не делал эту штуку, просто через прыжок. Ну хорошо. Для физподготовки полезно. Можно, конечно, туда еще грибок было добавить. Ладно. Так. О, отлично. Еще у меня в планах сделать как бы плод, не плод точнее, ну такой дом, плод-дом, можно так, да, как он, мы сейчас даже посмотрим, нет, сейчас не посмотрим, сейчас приплывем, посмотрим, чтобы поплыть вокруг острова, посмотреть, какие еще острова есть. О, местные уже бегут. Так, где вот, сейчас посмотрим. Где-то тут, да? Вот. Плавучий дом. Нужно будет тоже сделать. Чего они там все бегают? Чего у них там лежит? Кстати говоря, я хотел кое-что... Палок, по-моему, у меня нету. Камушки есть. Что-то давно мутанты, честно говоря, не приходили. Видать, я всех перебил. Отлично. Так, возвращаемся.
Давайте соберем вот с этого куста ягоды. Все, да? А, нет, третий раз. Вот. Так. Давайте пополнение проверим. А, во, есть один. Один есть. Давайте сажаем его сюда. Скоро будет полностью по два везде. И тогда они будут, когда будут приносить уже прибыль, что называется, это все будет идти на мясо. Уже по сути охота-то будет не нужна. Когда их много разведешь, уже охота в принципе не нужна будет. Так, давайте пару елок срубим сразу. Так, никто не перелез? Нет. Так, эта ловушка вообще здесь не работает, что-то. Там хоть работала, здесь вообще не работает. Так, и вот эту вот. Здоровая ель такая. Но почему-то только по 4 бревна с них выпадает. Даже не 5. Ну-ка, да, высокая, можно было бы и 5. Не, вот с этой может быть и 5 даже, кстати, сейчас посмотрим. Или она тоже когда как, блин. Давай, давай, эй, отходи. Так, по-моему, 4. Да. По 4 с каждой. Так, хорошо. Итак, нужно... У меня сколько получается? Раз, два, три, четыре, да? Ну, надо вот где-нибудь, я думаю, может быть, здесь. Или вот. Давайте вот здесь, что ли. Так, где там лестница? Нет. Вот она. Да убери зажигалку. Убери. Поровнее сделать. Да, ё-моё, поровнее сделать надо. Так, наверное. Так. Алло, что мешает? А, вон оно чё. Ну-ка, вот так, если поставить. Зажигалку убери. По идее, вроде... Вроде нормально. Сколько тут палок-то всего? 7. Всего 7. Блин, или сместить сюда. Что-то тут как-то... Давайте здесь, в стороночке, с этой стороны поставим. Что я сделал? Да блин, и как теперь это убрать-то? Херню-то. Где тут отмена-то же должна быть? Что за бред? Алло. Как мне вот это убрать теперь? Да. Должна же где-то быть отмена-то. Это же не построено же ничего.
Забаговало, что ли? Отмена, вот отмена-то идет, вот вправо отмена. Нифига ничего не происходит. Так, ладно, сейчас решим этот вопрос. Так, все, ребята, наметил, вот, но пришлось перезаходить, потому что по-другому никак. По-другому никак. Так. Палочек давайте заготовим. Вот так вот. Все, я понял, лишний. Так, быстренько рубим. Сила у меня уже прокачана, так, понял, устал, я понял. Уже до 70, давайте вот посмотрим. Уже 71, атлетизм 56. 128 дней прожито, то есть уже, да, уже 4 месяца я здесь обитаю. Так, есть такое дело. Давайте сразу на место, что называется. Так. Местные уже вопят. А что, только 7 бревен? Да ладно. А, нет, вот еще одно. Да ты серьезно? Ну что за дела-то? Придется. Вот же бредятина-то, блин. Я же. Что за бред, блин? И что мне делать? Надо вот. Так, а если вот так вот, интересно. Да это нет, это ерунда получается какая-то. Блин, просто площадку сделаешь, боюсь, опять какая-нибудь хрень получится. Так. Короче, давайте попробуем, блин. Лестница что-то вообще не хочет нормально ставиться. Еще и 5 бревен, блин. На большую 8 ушла, а тут на 3 ступеньки 5, блин. Так, кто там? Алло, где? Сейчас иду. У меня...
Слышь ты, урюк местный. Не попал, блин. Подожди. Вот, теперь нормально. Иди сюда. Иди сюда. Вот и все. Ты что так лег? Загорать прилег. Так, вижу разведчика. Ё-моё, шо у тебя... Это очки, шо ли, ты себе сделал? Зубов-то понавесил, ё-моё. Так, ладно, иди сюда. Пошли. Со мной. Так, ну вроде... Вроде нормально. Вроде нормально. Нужно будет еще стены поставить и вышки. Так как все-таки это будет не просто здесь площадка, да? Это все-таки здание будет с вышками, как бы, вот так вот. Так, вот эту можно уже, в принципе, ломать. Она только мешать будет. На нее все равно никак не залезть. Так, сносим. Есть такое дело. А канаты остались? Нет. Ни хрена. Так, а вот это вот, интересно, я могу сломать? Отлично. Так, стены. Стены. Ставим вот так пока стены. Сейчас буду им убирать. Блин, ну вы серьезно? Лестницу не там поставил. Я почему-то думал, что угадаю. Ладно, придется что-нибудь другое здесь придумывать. Убираем здесь стену. В принципе, можно здесь и оставить. Хотя не, мы здесь поставим стену немножко другую. Мы же можем это... Вот так вот. Мы можем здесь сделать... Я понял, давайте вот здесь столб поставим. Стоп. Так. Да ты можешь нормально поставить столб? Что ты его выносишь? Давай в эту сторону, нифига, да? А в эту? Во, только чуть-чуть. Вот, нет. Вот так вот. Вот так вот. А теперь отсюда. И где-то, да? Вот так вот. Здесь, здесь то же самое. А, здесь, сейчас, секундочку. Смогу я соединить? Понял. Здесь чуть-чуть.
Вот так, наверное. Ну, более-менее. Более-менее. Здесь, правда, неровно. Чуть-чуть. Не-не, погоди. Так, а если я... У меня интересно будет здесь... Разрешат мне здесь поставить, допустим, дверь? Ну-ка. Ну да, все четко. Почему бы нет? Раз. Да, вот так вот. Здесь дальше будут... Здесь дальше будет лестница идти. Вышка будет стоять. Тут тоже вышка будет стоять. Как бы выход на второй этаж будет. Потому что это сразу будет и кладовая здесь будет. Но я думаю, нормально. Окна здесь по сути не нужны. Потому что здесь забор. Здесь, ну, можно, конечно, сделать, в принципе. Вот так раз окно, да. Здесь даже, ну, не знаю, можно. Будет смотреться, не будет. Но пускай будет, ладно. Пускай будет. Вот так вот. Отлично. Здесь, в принципе, окна не нужны. Здесь хватит. Для света, что называется, да? Так, изнутри, изнутри, да? Мало ли там, забежит кто-нибудь то. Монстр забежит, да, я буду вот здесь вот находиться. И куда мне бежать? Я сразу раз, закрылся, и с вышки наваливать ему. Все четко. Ну, на этом, ребята, все. Продолжим в следующей серии строить. Пока буду заготавливать. Так что всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи и до новых встреч. Пока.